А ну вернитесь, гаденыши! Дай прочь с дороги! Я сказал стоять! Валим! Маленькие ублюдки! Бежим! Бежим! Говорю тебе, чувак, он стал чьей-то жертвой. Дин уже никогда не вернется. Дин не вернется. Как и все остальные. Клянусь, это был тот мужик. Точно он. Это был сосед. Да вы о чем это? Те парни виноваты. Чего ты вечно споришь? Это не они. А ты откуда знаешь? Я пытаюсь понять, кто порешал моего братишку. Это не они. Знаете, кого я подозреваю? Федералов. Все знают, что они не любят чернокожих. Да нет, это 100% его отчим. Он же двинутый. Придурок. Ой, да ему нельзя гонишь? Было ни телек посмотреть, ни в ком поиграть. У него даже мобилы не было. Знаете, кого я подозреваю? Директора Харгривза. Он все грозился вышвырнуть Дина. Вот он и вышвырнул. Нет, нет, нет. Это как-то связано с этим местом. С той стрёмной забегаловкой? Туда даже никто не ходит. А она всегда открыта. Как это возможно, если там ничего не покупают? И мужик этот... Он же чудило. Вы кожу его видели? Кусками слезает. Вместе с грязью. Вот и я о чем. Я никогда там фри не закажу, это ой, точно. Ой, да брось, мама тебе не разрешает картошку фри. Мечтает он о картошке. Да завали ты, кретин. Закрой рот. Ну окей. Сам завали. Иди, купи у него картошку, раз такой смелый. Погнали. Давайте сделаем. Ты в своем уме. Валяй. Я это сделаю. Реально? Ну даешь. И что ты сделаешь? Ты, наверное, помогал его прикончить. Хочешь его место занять? Точно, чувак. Думаешь, мы не заметили? Косишь под брата. И 5 минут не прошло, как ты напялил его кроссы. Точняк, это же они. Только не реви, братишка. Отстаньте от него. Ладно. Иди. Тогда иди. Давай. Вперед. Делай, что хотел. Давай, чё, иди. Встал, как статуя. Иди. Иди. Вали уже. Я хочу картошку. Ко мне обычно не заходят такие, как ты. По-моему, к вам вообще никто не заходит. Ошибаешься. Зачем ты пришла? Я ищу кое-кого. Зина Уильямса. Ну и где же он? Там же, где и все остальные. И где это? Может, он из-за вас пропал? Тебе очень любопытно, да? Их забрал полицейский. Я сыпелявил всю жизнь. И всю свою жизнь старался молчать. Но я слушал и наблюдал. Я следил за языками, за губами. За их движениями, за звуками. Но как бы я ни старался, я так и не научился говорить, как все. Все тыкали в меня пальцем и дразнили. Я был изгоем. Но все же надеялся, что однажды мир изменится. Что люди изменятся. Время идет, и вот, ты уже стар, безнадежен и сокрушен тому, что последняя надежда умерла.
тогда и наступает тьма. Соли? Уксуса? Засёт заведения. Все дело в Зире. Вы, крысёныши, все одинаковые. Каждое долбанное поколение. Все дело в жире, да? Прости, малыш. Я должен давать покупателям то, что они хотят. Однажды ты попробуешь эту картошку. Это все, что у меня есть. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевела Мария Васильева. Роли озвучили Артём Бахтин, Илья Меркурьев, Андрей Бахтин, Елена Лунина и Михаил Полежаев.